Всем привет. Вот 31 декабря. Ну и, собственно, выбрался 31 декабря, ну, походить по городу предновогоднему. Вот такие красивые украшения на Дворцовом мосту стоят. Там 1 декабря снимал видео. Ну, а Нева, ну, вы сами видите. Нету снега, нету льда. Добавили яркости и немножко такой шуги. Что вы хотите? На улице плюс 2 или там где-то минус 1. Такая вот погода. Собственно, вон елочка на стрелке Васильевского острова. Дует слишком сильный ветер, поэтому вместо этого ветра вы слышите на фоне, ну, такую более-менее музыку. Ну и вон, собственно, телевышка на Петроградке. В целом, стандартный вид. Уже темно. На Дальнем Востоке уже празднуют Новый год. А у нас еще здесь, не на Дальнем Востоке, Новый год пока еще не празднуется. Да, вот так вот интересно часовые поезда. Вот, собственно, около Эрмитажа, где там фонтанчик, тоже сделали красивые украшения. Ну, собственно, вид на набережную, стандартный вид набережной. Вон эти красивые украшения. Ну, так нормально смотрится. Вблизи, конечно, лучше. Подошли мы к этим украшениям. Фонтанчик задекорирован такими вот яркими огнями. Ну и стандартных, всем привычных этих, как его, светодиодов. Такие же светодиодные шарики у нас и вон на деревьях висят. Вот эти вон шарики на деревьях. Сделаны вот вполне красиво. Это когда темно, вечер, все хорошо. Ну, а как, ну, собственно, поэтому видео все немножко более темное. Я его дополнительно не осветлял. Вот еще деревья с такими шариками. Таких шариков расклеили во многих местах. Точнее, не расклеили, а развешали. В одной большой прогулке, которая состоялась уже после Нового года, там, конечно, куда больше разнообразных мест. Ну, шарики не только круглые есть, но и разные фигурные. Что-то я долго эти шарики рассматриваю. Он там красиво мерцает огоньки, но камера не позволяет передать всего вот этого, как оно на самом деле смотрится. Ну, конечно, погода. Не кажется, что сегодня 31 декабря. Не кажется. Вот мы оказались на Дворцовой площади. Стандартная эко-елка. Уже какой год устанавливают? Ну, вот такую экологическую елку, а не стандартную елку. Ну, в понятии живая елка, а искусственная есть. Стоит она уже не один год. Точнее, ее разбирают, куда-то убирают. Ну, а потом обратно ставят. Народ выходит, люди фотографируются, туристы приехали. А вот у нас Александрийский столб, ангел на столбе. В свое время у нас товарищи коммунисты хотели сюда поставить Ленина, но не получилось. Ангел на Александрийском столбе так и остался. Вон там сцена, конечно, сцена маленькая, ну, не такая эпичная, как было в некоторые другие года. И почему-то даже местный телеканал не показывал прямую трансляцию того, что происходило на Дворцовой площади. А в предыдущие года это было. Вон там кто-то из туристов стоит. Потому что эта территория уже, вон, видите, ограждена. Чтобы через некоторое время всех людей оттуда как бы без прохода в рамок не пускать. Он вдалеке. Так, что-то люди ходят. Тык. Вон Исаакиевский собор прекрасно виден. А вон там вдалеке виден тот самый фонтанчик. Вот видите рамки, а за рамками фонтанчик. Около Адмиралтейства. Да, в отличие от того первого видео, он работает. А тогда он не работал из-за урагана.
Ну и вон, и опять же, я иду к тем скульптурам, которые у нас расположены около фонтанчика, около зимнего дворца. Ну, фокусируемся на елочке. Елочка нравится. И вот мы уже находимся на Большой Морской улице. Раньше тут стоял такой скульптура, ну, точнее, в виде такой, как подарочной коробки. Вот она. Это год назад было. Время уже у нас, Дальний Восток уже отпраздновал Новый год. Теперь уже празднует кто там поближе. Украшения достаточно, ну, так, нормально, красиво. Туристы фотаются. Самое хорошее, что эту улицу перевели в пешеходную. Долгое время она была не пешеходной. А сейчас это нормальная пешеходная улица, без парковки. Ну, правда, кто-то паркуется, но там еще есть разные министерства. А вот шарики мигают. Ну, плюс еще немножко, видите, большие такие неприятные круги. Это снег попал в кадр. Да, немножко припорошило и как-то вот так. Собственно, самая моя предновогодняя прогулка не особо большая вышла. Так, немножко прошелся. Вот Невский проспект. Просто нормально украшенный. Кругом народ, люди. Все спешат уже праздновать Новый год. Ведь до Нового года остается все меньше и меньше времени. Наступившим всех 2020 годом. Всем удачи. Всем пока. И до новых встреч.